Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Паша Веспер, сегодня мы поиграем в игру Супермаркет Симулятор супермаркета. Наша главная цель — выяснить, есть ли здесь Галя, у которой отмена. Меня это очень интересует, я надеюсь, вас тоже. В принципе, я посмотрел, что много кто играет в эту игрулю. Игрушка вроде интересная, ее все стримят, ее все записывают. А я что? А я что? Я какой-то не такой, что ли? Нет, я такой же, как все, ничего такого во мне нет. Поэтому сегодня поиграем, посмотрим. Между прочим, это самое первое видео на моем канале. Очень интересно, конечно, что первое видео на моем канале будет то, как мы ищем Галю, у которой отмена. Но, тем не менее, почему нет? Почему нет? Надо с чего-то начинать. А начало будет положено именно таким образом. Давайте. Сразу в бездну, сразу смотреть, что вообще из себя представляет игруля. Я хочу быть продавцом, хочу быть мерчендайзером, или как там это все называется. Давай смотреть. Новая игра. Нет, смотри. Сначала настройки. Графика высокая, чувствительная мыши. Мыши сейчас, ну, наверное, сразу поменьше. Всегда высокая. Да, нормально, все хорошо. Новая игра, yes, окей, погнали. Погнали смотреть. Добро пожаловать в симулятор супермаркета. Вы начнете с небольшого магазина и вырастете до впечатляющего супермаркета. Ничего себе. Начните с покупки товаров для продажи и размещения их на полках. Не забудьте установить цены с прибылью. Это нам надо. Да, магазин должен прибыль приносить. Чтобы избежать банкротства. Приятного времяпрепровождения. Смотри, какое долгое, длинное слово. Времяпрепровождения. Да как это выговаривать-то? Ладно, погнали. Смотри. У нас есть мусорный бак. Интересно, это наш или это чужой? У нас есть велосипед. Мы, наверное, на нем будем кататься. Смотри, какие деревья, облачка красивые. Ну, ничего, неплохо так, кстати. Тени. Угу. Полки пустые. В магазине не должны быть полки пустыми. Говорят, восклицательный знак меня приглашает к монитору. Заказывайте товары с помощью компьютера. Взаимодействие правой клавишей мыши. Давай взаимодействовать. Так, что у нас на мониторе? Сейчас, кстати, 8 утра, очень рано. Очень рано магазин начинает работу, маркет. Что мы будем продавать? Злаки, нарезанный хлеб, мука, сахарная пудра, паста и масло. Ну, мне пудра нравится. Смотри, давай сахарная пудра. У нас будет магазин, который продает сахарную пудру. Погнали. Сколько надо купить? Сколько у меня есть денег? У меня 50 баксов есть. Ну, давай 2 купим. Все. Так. Слушай, ну, прям вообще как это. Как в приложении буквально. Удобно очень. Купить. Все, купил. И чё, и куда нам привезут? Назад. Хорошо, хорош. Куда? О, привезли. А так быстро? Это что за курьерская служба такая? Это можно, пожалуйста, нам в такой в город? Я тоже так хочу, чтобы быстро привозили. Так. Разместите товары на полках. Погнали. Открыть коробку. Вот сюда. Выставляем сахарную пудру. Между прочим, она малиновая какая-то. У вас... Я не видел никогда малиновую сахарную пудру, прикинь. Powder Sugar. Since 1865 году сделали малиновую пудру. Вот вам научный факт, я не знал. Так, вторую берем. Вторую берем тоже, смотри, рядышком ее. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, мерчендайзеры магазинов обзавидуются. Прикинь, товары сами из коробки на полке прыгают. Магия, волшебство вне Хогвартса. Так, погнали. Что говорят? Установите цену продукта. А как я узнаю, за сколько? Подожди, за сколько я купил? Вот, СРЦ, средняя рыночная цена, правильно? 1.15, пишет, цена маркета 4.83. Нет, СРЦ это, наверное, за сколько я купил, да? Ну да, наверное, цена маркета 4.83. Ну давай продавать цена маркета. Подожди, а что такое цена маркета? Не понял. Какого маркета? Сколько там штук? Давай считать. Раз, два, три. Три... 6, это 12 штучек. 12 штучек я купил за... 15 баксов, да? Ну да. А, получается, ну да. Да, 1.15 это за сколько я купил. Давай чуть дешевле продавать, чем цена маркета. Это, видимо, какая-то среднерыночная. Мы будем депинговать. Вот, по-моему, так называется. Депинговать будем. То есть цены ставим ниже, покупатели к нам приходят, и таким образом наш бизнес растет, цены повысить успеем. Откройте магазин. Что-то табличка здесь. Closed. Open, чтобы было. Ну все, ждем. Ты ко мне идешь? Сразу ко мне идет. Так. Ну, тебе же нужна сахарная пудра? Конечно. Всем нужна. Она малиновая. Ты такой. Взаимодействуйте с прилавком. Так. Поступил. Ты же не понял. А как? Что? А. Пикнул. Пикать надо. Точно. Деньги. Давай деньги. Что? Ты мне $9 даешь. А стоит 4.50. Сдачу надо дать, да?
А как дать сдачу? Соберите нужное количество сдачи, нажимая на деньги в кассе. А как? Да, я не умею. Подожди. А сколько надо дать? 4,50 надо дать. Так, раз, два, три, четыре. 50. Нет, неправильно. Ну, давай вот так. Наберем монет. Чего? А, она мне 50 долларов дала? А зачем так много даешь? Ничего не понимаю, подожди. Обратно как? Нельзя забрать, прикинь. Отдать надо. 41 доллар надо отдать, да? Все, я не справился с игрой сразу. Вы можете забрать свои деньги, щелкнув правой кнопкой мыши на купюрах на кассе. Ага. Неправильно. Деньги отдай обратно мне! Удалить. А, удалить. Вот. Все, понял, как удалять. И вот это вот отдай. Нет, не так. Смотри, не справляюсь с игрой, сложная игра. Я думал, легкая игра будет. Нет, она сложная. 41, правильно? Все. Одобрить. Я заработал денег? Да, 9 долларов заработал. Так, ты тоже покупаешь. Хорошо. Карта у тебя. Ну, с карты удобней. Так, 4,50. 4,50. Ввел. А если я больше с твоей карты сниму? Так, ты наличку даешь. Так. Сколько денег? 50 центов тебе надо дать. Все, надо, забирай. Хоп. Хоп-хоп, карта. Так, 4,50. Есть. Блин, сложно. Надо продавца срочно. Я не хочу этим заниматься. Это скучно. Это скучно. Вы чего? 1 доллар тебе. На, забирай. Так, деньги дает. Сколько тебе надо? Забирай. Деньги. Я не успеваю. О, без сдачи дал. Красавчик. Все давайте мне без сдачи. У меня касса скоро закончится. Я как сдачу вам давать буду. 95,50 тебе надо сдать. Да ты с ума сошел. 95,50. Так, есть. Так, ты чем карта? Хорошо. 4,50. Все? Я утомился, я тебе говорю, на кассе стоять, это нелегко. Так, срочно, давай еще товаров закажем каких-нибудь, пока у нас есть. Давай хлеб, хлеб всегда все покупают. Хлеб нужен всем, хлеб это голова всему, если вы не знали. Давай хлеб берем. Ага, хлеб взяли. Так, ты опять тут, что ж такое-то? Карта, хорош. Так, 4,50. Есть, неправильно. 4,50. Вы что все напали на сахарную пудру? Нахрена она вам? Булочки печь, наверное. Все, ладно. Хлеб привезли мне? Нет? Хлеб, мне нужен хлеб. У меня покупателей будет больше, если будет хлеб. Если хлеб будет, покупателей просто будет очередь. Гора. Оп. Опа. Да подожди ты, выкладываем. Еще не выложили ничего, она уже идет покупать хлеб. Так. А бизнес вести это нелегко. Я думал, легко будет, а нелегко. Подожди, сейчас я цену поставлю. Сколько цен хлеб стоит? 3,96. Давай поставим 3,8. Да, нормальная цена, как вы думаете? 3,8, все хорош. А вы пока пудру у меня скупаете. Тык-тык, наличка. 9 долларов, без сдачи. Красотка, заходи еще. Так, сдача нужна тебе? Тоже без сдачи. Вот, это мои любимые покупатели. Я запомнил. В полосочку рубашка и девочка с хвостиком. Я вас запомнил. Я вас запомнил, вы без сдачи мне дали. Я люблю вас очень. Я теперь понимаю, каково. Знаешь, когда приходишь в магазин, а у вас есть без сдачи? А ты такой, какой без сдачи? А вот почему, потому что сложно эту сдачу давать. Когда без сдачи дают, так кайфово. Так, мужчина, ты что берешь? Пудру. А хлеб? Ты в магазин пришел, хлеб надо взять. Хлеб брать надо, хлеб всему голова. Нахрена вы пудру-то вскупаете? Какой у тебя галстук красный, а?
О, это наш покупатель. Это ты хорошо зашел на 17 долларов. Это, о, нет, неправильно. На 71 доллар тебя чуть не обул. Чуть не обул тебя. Ушел бы с ботинками обутый. Смотри, чем больше ассортимента, они, короче, начинают несколько товаров брать прям по боли. То есть, чем больше ассортимент, тем они... У них... Это знаешь, как называется? Это называется покупательская корзина. Типа, чем больше товаров на прилавках, тем люди больше покупают. Больше разнообразия, больше покупок. Покупок, пук-пук. Так, ты хлебушек берешь? А пудра-то кончилась, да, ты, наверное, пудру хотела взять, пришлось хлеб брать. Нет, успела, последнюю пудру ухватила. Последнюю пудру ухватила. Так, что там, подожди. 7,90 тебе надо. 5, 6, 7. Я, кажется, начинаю справляться, смотри. Оп, оп, все, забирай. Забирай, уходи, приходи. А мне, дайте мне отдохнуть-то, подожди. Вы мне продохнуть не даете. Я когда буду новые товары-то покупать? Так, что там тебе? 16:20. Как будто время, да? 16:20. Как будто 20 минут пятого. Так, оп, 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 оп. Все, забирай. Забирай, приходи еще. У меня лучший магазин в городе, кстати. Эрон. Хлеб называется Рон. Рон Дон Дон. Так, 3:80. 3:80. Так, слушай, я, может, потом работать пойду? В магазин какой-нибудь? Меня сейчас всему научат. Я сейчас все буду уметь. Все, мне дали А, смотри, у меня солнышко здесь отражается. Это знаешь, что значит? Это значит вечереет. Вечереет. Так, надо срочно купить. Давай злаки. Это на завтрак будут ребята брать. Подожди, нет, что-то много взял. Это с лихвой. Вот так, две. Масло всем тоже нужно. Не знаю, что за паста. Давай возьмем все. Вот это я закупил. Вот это я закупил, да? Так уже темно! Вы чего? Темно уже! Не надо ко мне приходить-то, когда темно. Закрытие. Все, закрытие. Так, 3,80. Я устал уже тут вас пробивать, вот эти пикать. У меня даже Гали отмены нет, оказывается. Я думал, будет. Но надо нанять будет Галю. Так, чего там тебе? Без сдачи, все, уходи. Все, ночь на дворе. Включите свет. А, подожди, включите свет. Вот здесь? Все, понял. Опять идет, смотри, опять идет. У меня вообще-то не круглосуточный магазин. Хорош. Да подожди ты. Я тут и за уборщика. Я один, а вас много. Говорили вам так когда-нибудь в жизни? Вот, вот, это та ситуация. Я один, вас много. Что там у тебя? Карта, давай. 3,80. Дешевый какой-то хлеб, надо было 50 баксов ставить. Че у тебя? Ни хрена, ты что, семья большая такая. Столько хлеба тебе, три булки взяла. Он же засохнет, вы съесть не успеете. Надо почаще просто в магазин ходить, ленивая ты. Так, что там у тебя? Карта, хорошо. 3,80. Ну не 43, 3,80. Есть. Все? Дайте товары разложить-то. Не продохнуть ты, посмотри, не продохнуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, сейчас, подожди, подожди, подожди. Да, подожди, дисплей пол, в смысле? Как-то некрасиво получилось. Подождешь, ничего не случится с тобой. Или что, там отзыв мне оставишь плохой потом? Хорош. Так, а это что? Ага. А я уж забыл, что заказывал. А здесь что у меня? Еще злаки какие-то. Все, есть, сейчас выкинем. Так, что вы там? Хлеб, хлеб. О, панзати. А что за панзати? Я ж цену не поставил. Ты как их взяла? В смысле? Я не понял. А за сколько? За 0,99 ты покупаешь? Ты офигела, что ли? Я сейчас вообще ничего вам продавать не буду. Я сейчас цены срой. Я, скорее всего, в минус сейчас тебе продаю. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди-ка. Сейчас, конечно, ты ничего ты размечтался. На 0,99. Хо-хо. Нет, дорогой мой. Так, здесь что за какая цена? Цена маркета 5. Ну давай подешевле сделаем. 5,8. Вот так. Масло почем у нас? У нас переучет. Все, жди. 4,40, пускай будет. Переучет. Ревизию делаем. Все. А цена изменится, кстати? Ну-ка. Он по новой цене возьмет?
Нет, по старой. Ухватил, да, по скидкам? Рожа наглая, смотри какая, хитрожопый. Так, один. 1,50, все. Ага. Ну ты этим я запомнил, тоже всех вас буду помнить. Так, и чего? У меня, кстати, $38, но ты посмотри, у меня ассортимента сколько. У меня есть, короче, макарошки, маслица, на завтрак чекапики, вот, а хлебушек, но пудру всю раскупили, надо пудры заказать. Потому что они у меня очень любят печь, надо их этим. Закрыто в 9 вечера, а все. Приобретите лицензию на товары с помощью компьютера. Так, подожди, а где это? Менеджмент, да, наверное? Лицензия на товары. Так у меня столько денег нет, я где возьму так столько? Подожди. Не понял. Ты посмотри, $200, у меня столько нету. Завершите рабочий день. Вот, Enter. Все, заверши. Суточная статистика, да, смотрим. Довольные клиенты, 28 человек, уровень магазина плюс 160 очков. Доход $175.09, затраты на поставку $186.92, общая прибыль минус $11, баланс 38. Подожди, я не понял, как я мог в минус-то работать? Минус 1, а, ну в смысле, ну я понял, ладно. Я понял. Имеется в виду, что я на закупку потратил. Вы будете получать ежедневные счета, начиная с сегодняшнего дня. Убедитесь, что оплатите счета с помощью вашего компьютера. До срока их оплаты, иначе они будут оплачены автоматически. Так пускай автоматически оплачиваются. Чем больше электрических устройств, тем дороже счета. Логично. Логично. Они же электроэнергию там расходуют. Так, что у нас? Пока магазин не открываем, я там что-то недозаказал. Давай быстренько, спокойным образом все выставим на полки, чтобы нас никто не отвлекал. Потому что рабочий день начнется. Мы уже вчера видели, что происходит. Они одним за одним хотят сахарную пудру. Один за одним. Так, расставляем. Суси, кстати. А, Сусу. Сусу называются. Хоп. Давай вот сюда. Надо будет еще полку заказать. У меня полок мало. Слушай, а давай посмотрим. Менеджмент. А можно работников набирать? Вот, найм, да, можно. Кассир. Дневная зарплата $80. Стоимость найма $100. Оформить заказ 28 из 200. Не понял. А необходимый уровень магазина 10. А у меня только второй. То есть нам надо самому сначала поботрачить. И только потом себе кассира можно будет позволить. Ну, хорошо. Давай, погнали. Open. Открыто. Где вы? Промоутеры бы поставить, чтобы листовки раздавал. Ну, типа, заходите, приходите. У нас самая лучшая сахарная пудра в городе. А еще можно купить хлеб, масло и злаки. Ты почему мимо-то прошла? Подожди, не, давай поговорим. Ты в другой магазин пошел? Хорошо, ладно. Ладно. Я жду. Так, хлопья взял, две пачки. Наверное, дети дома. Чекапик. Доллары дает мне. 40 центов тебе сдачи. Давай. Все, забирай, беги. Забирай, беги по делам по своим. На работу, наверное, идет в пиджаке такой модный. Наверное, на работу пошел. Ну что, где покупатели-то? Вчера прям просто один за одним. Сегодня, смотрю, никого нет. А что случилось? Подожди. Ну что, магазин какой-то грязный, может быть, нет? Знаешь, бывает грязный, надо убираться вот в таких симуляторах. Но нет, у меня вран чистенько, никто ничего не запачкал. А что, мне нравится? Так, берет. Ага. Макарошки, хлеб. Ну ты, конечно, на хлебобулочные подсаживаешься. Ты аккуратнее. Опасный. Опасная эта дорога с хлебобулочными. Много не ешь только. Масло, хлеб. Жарить тосты будет, наверное. Так, 8.20. Картой рассчитывается. Ушла. А интересно, будут прям какие-нибудь прям мажоры, знаешь, приходят покупатели и прям очень много купят. Может, ты? Я смотрю за тобой. А воришки есть тут? Какие-нибудь пацанята будут забегать и типа дую пруст посмотреть, а сам себе за пазуху макаронину хоп. Так, 50 центов. Все, забирай, иди.
Ты же приходила уже, или ты это сестра-близняшка, наверное, да, твоя? Ты была уже, я тебя помню. Красная, вот, да. Все так же. Пять. Ты. Все, иди. Свободно. Свободно! Макароны, масло. 36. Блин, да ты ну... О! Шо отсюда? 36 центов тебе насчитывать. Так, где там кто? Блин, а город большой? А здесь есть локации, с которыми можно взаимодействовать? Я могу на велосипед сесть? Нет, не могу. Не могу. Хоп, хоп, карта. 7.52. Приходите к нам еще. Пожалуйста. Здравствуйте, у вас сегодня акция на пончики, на ненужные шоколадки, такие засохшие, знаешь, с белой вот такой херней, такие старые. Будете брать, нет? Не хотите? Ну, акция. Так, 4.40, 60 центов тебе сдачи. Все, держи, иди. Макарошки. Мало взял. Такой здоровый мужчина, ты одни макарошки берешь, не наешься же. Хоп, хоп. Ой, сколько там? Раз, два, три, все, не пошел отсюда. Макароны, хлопья. Вот ты молодец. Ты молодец. Поменять. 2.96. Да что за цены такие? Это я такие цены поставил. 2.96. Все, уходим. Угу. У меня уже третий уровень магазина, кстати. Хлопья и масло. Ты что, хлопья жарить будешь? Молоко надо молоко, у меня холодильника нет, я понял. Холодильника нет. Он, может, и хочет молоко купить к хлопьям, а у меня нет молока. Он сейчас в другой магазин пойдет за молоком. Этого нельзя допускать. Так, карту давай, 5.80. Нам срочно нужно молоко. И, кстати, смотри, мы еще продаем муку, сахарную пудру, а молока нет. Они блины не сделают. Нам холодильник надо. Холодильник нужен. Молоко, чтобы хранить, продавать и радовать покупателей. 16.10. Ты дышь, все. Добро пожаловать. Я смотрю за ней. А она один хлеб за пазуху, наверное. Ладно. Так, 12 ровно. Хорошо. Тяжело, конечно, самому на кассе стоять, заказывать товары, вот это все разгружать, продавать. Тяжело, надо наемных работников. Самому вести бизнес сложно. Так, наличка 6.60, но надо протерпеть. Бизнес это нелегко, как выяснилось, нелегко. Все потихоньку развивается. Так, что там у тебя? Сколько должен? 6.60 центов. Нет, это много. Хорошо. Масло. Во фритюре будешь картошку, наверное, жарить. Так, что там? 13, 20, есть. Хлеб. Что, хлеб дом кончился? 3.80. Хлеб. Да что со хлебом-то идете? Свет включить. Вот так. Так, сколько до закрытия осталось? 7 часов, я понял, он у меня, по-моему, в 9 закрывается, в 9 завершается рабочий день. То есть буквально осталось полтора часа. Клиент ожидает завершения. Да я здесь, вот, все нормально. Так, я тебе должен 44, 20, офигеть. На, иди отсюда. Через час закрываемся, побыстрее, пожалуйста, как-нибудь порасторопней, там товары выбираем. Так, 4, 40, 5, 6, 10, да, все. Во, молодец, смотри, сколько всего набрал, хороший покупатель, еще и без сдачи, ты пока лучший. Много взял, без сдачи дал. Значит, меня обрадовал. Вот. Стих сочинил.
Хорошо, у меня есть $210, кстати, здесь, я помню, стоила какая-то лицензия, бутылированная вода, сыр, кофе, темные обжарки, яйца, молоко и черный чай, лицензия на товар купить. Все, значит, я теперь могу продавать новые товары. Смотрим, маркет, да, товары расширились, мы теперь будем расти, мы будем продавать новые товары. Ну, полки нужны, скорее всего. Так, ты что у меня покупаешь? Ты у меня покупаешь хлеб. Я тебе 46,20 должен. Оп, 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 оп. 20. Все, бегом. Бегом, ты масло берешь. Что там? Подожди. Не понял. А, без дачи. Все, магазин закрыт. Никаких больше давать-ка. Фу, второй рабочий день, тяжело. Завершили, смотрим. Довольные клиенты 24, очки магазина плюс 124, общая прибыль, опять в минус работаем. Опять в минус работаем, начать следующий рабочий день. Это мои мусорные мешки? Нет, не мои. У меня $18, я ничего не могу заказать. Мы всю нашу прибыль потратили на лицензию, следовательно, сейчас нам нужно наработать кассовый фонд, чтобы купить новых товаров. А сейчас придется батрачить опять. Батрачить придется опять, стоять на кассе, вот это вот все. Добрый день, есть ли карта, нужен ли пакет, вот это вот все. Ну ладно, давай, давай, давай. Давай, ждем покупателей, будем деньги зарабатывать. Деньги сложно зарабатывать. По копеечке, по зернышку, по семечке, как на одном треке пелось. Песня была. Я не придумал сейчас, была такая песня. Так, масло одно. Да как же вы мне надоели-то, покупайте много, ну хоть без дачи и то хорошо на этом-то тебе, спасибушки. Ну где очереди? Так, давай, короче, посмотрим, что у нас есть, из новых товаров пока никого нет. Хотя бы минутку выкроил, выкроил минуточку. Вот, смотри, водичку можем купить. Все, купили водичку. И выставим сейчас водичку. Они пить хотят, наверное. Они пить хотят. Ну чего такое? Куда ее выставлять? Ее в холод надо. Капец, у меня ж холодильника нет. Зачем я купил эту водичку-то дурацкую? Так, на С закрыть ящичек. Подожди. На С закрыть ящичек. Г бросить. Пускай вот здесь пока постоит. Окей. Деньги в никуда. Хлеб. Что у тебя там? Так, сколько должен тебе? 20 центов. Все, ушел. Блин, капец, мне холодя. Он, наверное, миллионы стоит. Я его сейчас не куплю, и водичка испортится. У нее срок годности явно есть. Не то ввожу. 17.30. Пол шестого, то есть. Не нашел панзати паста. Ну так она кончилась! Охренеть! Первый недовольный покупатель. Так, 25.40. Все, уходишь. А они типа будут жаловаться, когда нет какого-то товара, за которым они пришли. Так а я что сделаю, если я один, вас много? Опять еще черного чая нет. И где я тебе возьму-то его? Так, что там? 80 центов. Раз, два, три. Все. Вот, вот, молодец. Карта. 10.30. Опять черный чай хочет. Ну, хорошо, давай закажем тебе черный чай. Ну, если тебе прям так надо. Так, что он там хотел? Пасту хотел? Черный чай где? Черный чай травяной. Нет, не травяной, просто черный чай. Травяной почему-то это я придумал. Давай кофеек еще возьмем. Хватит мне денег? Не, не хватает. Давай без кофейка обойдемся. Купить. Тык, тык, тык. Хорошо. Так, что там берешь? Пудра, пудра, хлеб. Пудра, пудра, хлеб. $12.80. Молодец. Так, подожди немного, брат. Подожди немножечко. Я сейчас выставлю новые товары. Может, ты еще что-нибудь возьмешь? Может, еще что-нибудь возьмешь? Как много его, а? Так, выкинем, выкинем, выкинем коробку. И цену давай. Да куда ты взял? Ой, не могу. Так, 5. Нет, не так. 5.70 пускай стоит. Хорошо. Ухватил таки, а? Так, что у тебя наличка? $14.
20 центов. Уходим. Тык-тык-тык. У тебя карта. 14 долларов ровно. Хорош. Смотри, я уже просто скоростной расчет им делаю. Без сдачи уходишь. Так, оп-оп-оп-оп. Наличка. Сдачка 3... 3,90. Уходишь. Яиц нет. Ну, а их же тоже, наверное, в холодильнике надо хранить. Карта. 11 долларов 60 центов. Есть. Так, да, подожди. Пока волна покупателей ушла, нужно поставить водичку. Или что это? Макароны. Макароны. С кетчупом была какая-то песня такая тоже. Все, какой-то день вспоминания песен. Это ценник. А, ценник старый сохраняется, да? Да, отлично. Или нет? 3,12. Я разве такую цену ставил? А, да, нормально. Рыночная цена. Вот ты как раз макароны пришла, взяла. 3,12. Где у тебя там? Что у тебя? 16 долларов 88 центов. Забрала, ушла. Чаек взял, хорошо. Это первая покупка чайка без сдачи. Че не нашел? Че кипик, они кончились. Так, 8,90. 1 доллар 10 центов. Не нашла. Сыр. Так, чики-пики давай закажем, они кончились. Где они? Чики-пики. Чики-пики! Вот они. А что еще надо заказать? Ну, сыр давай закажем. Ладно. Так, свет включить. Слушай, ты посмотри, сколько действий же. Я уже не успел. Уже день закончился. Я и не заметил, как день закончился. Так, что это такое? Это сыр. Его можно сюда? То, бля... Тоже надо в холодильник его. Надеюсь, не испортится. Так, вот, смотри, как он уже ассортимент-то растет без сдачи. Ага, карта. 13,22. Уходишь. Кофе нет. Масло, чай. Чай какой красивый, я по себе такой хотел. 19. Добро пожаловать. Макарошки, карта. 3,12. Ну, неправильно! 3,12. Пудра, наличка, без дачи, уходишь. Макарошки, наличка, без дачи, уходишь. Вообще-то у нас не выложено. Не выложено на полку что-то. Это чоки-пики. Чоки-пики. Чоки-бубны еще, наверное, есть. Чоки-пики, чоки-бубны, чоки-трефы. Пудра. Да куда тебе столько пудры напудришься, будешь вся в пудре. Так, подожди, подождешь. Сколько холодильник стоит? Мебель. Полки, холодильник, 200 долларов. У меня не хватает на холодильник. Не хватает. Ладно. Я бы лучше продавца на самом деле поставил. Чай, выручай. 17 долларов. 17 долларов 20 центов. Есть. Угу. Приобретите холодильник или полку. Вот у меня уже задача стоит. Я думаю, холодильник будем приобретать. Будем холодильник приобретать, потому что сыр и водичка пропадают. Сыр и водичка пропадают. Могли бы полку взять, расширить, так скажем, действующий ассортимент. Но так как у нас пропадают товары, мы будем брать холодильник. 0,78 тебе нужно. 78 центов. Давай сейчас сделаем. Все, беги. Беги по делам, по своим. Сколько времени? 9 вечера, все. Рабочий день завершен. Enter. Довольные клиенты, товары не найдены, 10 недовольных, ну ёп, РСТ. Баланс зато плюс 160. Начать следующий день. Так, у меня 160 долларов. Нет, не будет, подожди. Хотя нет, мы так не можем сделать. Мы не можем сейчас холодильник. Нам нужно товаров заказать. А то они опять будут жаловаться, что нету ни хрена. Нет, подожди, что надо купить? Надо макароны. У нас по факту есть чекапики, пудра и чай. И больше нифига. Чекапики, пудра и чай. Это то, что у нас есть. Следовательно, берем хлеб хотя бы один. Муку возьмем давай. Масло возьмем. А что еще возьмем? А на сколько долларов я взял? На 36. Кофе давай еще. Сюда же.
А яйца, интересно. Ну давай рискнем, возьмем яйца. Такие рискованные мы. Все купил, сейчас все выложим. И потом магазин будем открывать. Яйца, можно сюда? Тоже в холодильник, я так и знал. Надо закрыть его. Подожди, нет, надо закрыть. А то они увидят, что у меня тут яйца стоят. Так, кофеек. Так, выкидываем коробку. Мы не мусорим. Мы за... Ну, за как там это говорится? Так, а здесь... О, кофе дорогой! Правильно говорить, дорогой. Я... Вот этот кофе похож, что мужского рода. А есть кофе такой, конечно, которого... который он, а оно, среднего. Но вот этот похож хороший какой-то. Мы плохим кофе не торгуем, мы только хорошим торгуем. У нас хороший магазин. Приличный. Так, мука. Муку, кстати, я еще не заказывал, на цену прописать. Да? Да, нет цены. Нет цены на муку. 3,70 она у нас будет стоить. Есть. Хорошо. Здесь что такое? Хлебушка. На хлебушку уже были ценники. Это уже халява. Просто расставили и все готово. Отлично. Я готов к какому-то там рабочему дню. 4-й, 3-й. Короче, все. Открываем магазин. Сейчас к нам как повалят давно довольные покупатели. А, я не туда нажал эту табличку открыть-то. Ё-моё. Все. Довольные покупатели сейчас к нам придут. Все скупят. И будут говорить. Типа, сегодня в таком магазине был. Сегодня в таком хорошем магазине был. Прямо рядом с домом. Представляешь, открылся такой новый магазин. Там такой приветливый продавец. У него и чай, и чекапики, и сахарная пудра, и все скупил у него. Макароны последние. Сейчас будет, кто-нибудь придет, будет опять жаловаться, говорят, нет макарон. Так, что там у тебя? О, где тебе столько возьмут-то, а? 96, 88, да? Нет, это много, подожди. А ну отдай обратно. Вот, говорит, говорит уже, что он хотел больше взять. А осталась одна, он одну последнюю взял. Давай закажем. Давай, пока не поздно, давай закажем. Вот паста. А он, кстати, недорогая. Давай две закажем. Все, купить. Сейчас она уже пришла, пока никого нет. Сейчас быстренько на полку, и все, и все покупатели довольные. Ага, ага. Сейчас быстренько, быстренько, подождите, подождите. Подождите, подождите. Хорош? Я супер-метеор-продавец. 3,70. 46. 30. Все, уходишь. Так, ты что берешь? Хлеб, макароны, хорошо. 8. Ускоряемся. Сахарную пудру только берешь, да? Без дачи. Чего там не нашел? Да у меня холодильника нет, бутылированную воду ему подавай. Так, 14,10. Ага. Яйца. Яйца. $10. Дай мне, будет холодильник, будут яйца. Тоже мне, блин. Что там взял? Масло, хлеб, ладно. 1,80. 1,80 сдачи. Вот так. Забрал, ушел. Сыра нет. Да знаю, что нет. Вон в коробке лежит. Хочешь, возьми. Может, он протух уже. Протухший сыр. Будешь брать протухший сыр. Так, 32,60. Все, забирай, уходишь. Кофеек. Он много, кстати, стоит. 14,70, все хорошо. Ну, что-то сегодня вяленько. Но уже $105 есть. Так, подожди, чего у нас не хватает? Давай изучать ассортимент. А, пудра, пудра кончается, да? Да, пудра кончается. Надо взять пудру срочно. Срочно пудру надо взять. Где она? Сусу. Так, берем. Давай две сразу. А, это нельзя брать, это нельзя. Да, все остальное, в принципе, есть. Да, все заказали, взяли, купить. Пудра, пудра, ага. Так, ты что там, кофеечек? Ты не проснулся еще? В очках! Он точно, он бухал. И, ну, праздновал. Праздновал и кофеек берет, чтобы взбодриться. Я тебя раскусил. Очки тебе не помогли. Я даже продавец раскусил в каком-то супермаркете, мини-маркете.
На работе точно спалят. Так, без сдачи. А, нет, со сдачей. Да вы что с крупными-то ходите сегодня? Алло! Так. 96. Вот, все. Еле набрал. Наличка. Да почему наличка-то? Карту надо рассчитывать. Все с крупняком, смотри. Посмотри, что творится. Все с крупняком сегодня. А если меня тут как-нибудь обманут, там какая-нибудь схема мошенническая? С наличкой с вашей? Вот, хорошо набрала. Вот, $1. Вот так хорошо. Мука. Наличка. Все с наличкой. Без сдачи, умничка. Карта. $20.60. Бутылированной воды не нашел. Так, что я хотел? Подожди, мне же там пришла... Да, подождешь. Подождешь маленечко. Да не мешайся. Ага. Сейчас выставим на полочку. Сейчас, подожди, подожди. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Ага. Ага, ага. Та-та-та-та-тык-тык-тык-тык. А зачем я столько много заказал, кстати, этой пудры? Охренеть, а чего я так много заказал-то ее? Зачем так много пудры? Я думал, я две беру, я взял 4 в итоге, что ли. Ну хорошо. О, это, по-моему, рекордная корзина. Нифига ты набрал. Наличка, хорошо, без сдачи. Это новый любимый покупатель. Все запоминайте, вот эти шорты, милитари, хороший парень. Хороший парень, пускай заходит, я всегда буду ему рад. Так, 25.70. Ага. Ну не зря пудру взял. Покупают, покупают. Потребность есть. Воду хотят. Так, 8. 20. Ага. Вечереет. Смеркалось. Свет включил. $197. Сейчас купит и на холодильник хватит. Тык-тык, макароны, макароны. 6. 24. Все, срочно холодильник, прям сейчас берем. Менеджмент, нет, не менеджмент. Маркет, мебель, холодильник, вот это, $200-овский. Холодильник взял, холодильник купил. Великолепие. Хлеб, хлеб, хлеб. Без дачи. Тык, тык. 50 центов. Ага. Холодильник пришел. Холодильник пришел. Вот где он будет у нас? Где будет колодос? Вот здесь, наверное. Надо аккуратно ставить. Подожди. А, вот его можно. Ага. О! Красота! Так, пудра. Карта. 4.50. Так, погоди. Сразу. Вот это яички. Сколько стоят яички? 3.98 по маркету будет 3.9. Демпингуем. Нам пока надо демп... А чё? А, у меня здесь продукты же, точно. Сейчас, подождите, ребят. У меня здесь еще сыр, может, сыр возьмете? Возьмите сыр, хороший. Хороший сыр. Коровий. Так, подожди. 3 и 4. Все, пойдем обслужим. Гостей. Чай, масло, карта. 10. 10. Есть. Сусу, сусу, хлеб, наличка. Без дачи. Че, копейки кончились. Так, без дачи. Че, копейки кончились. Че, копейки кончились. Водичка. Ого, сколько водички. Две полки занимает. Подожди, сейчас ценник поставим. 2.6. Так, что ты там взял? Чаек. 14.30. Да вон вода стоит! Я ж поставил при тебе! Глазоразуйка, ну! Так, чекопики. Чекопики заказываем. Чекопики кончились. Их очень хорошо берут, эти чекопики. Все, ай, завтра в 9 вечера.
А все, завершить рабочий день. У нас 5 уровень магазина. Я думаю, дотянуть до 10-го. Ну, интересно, долго это будет. Рыночные цены изменились на следующие товары. На какие-то товары рыночные цены изменились? Давай проверять. 2,97. Подорожала вода. Мы должны правильные цены указывать. Тем более, что... Тем более, что если они подорожали, мы так больше заработаем. Так, 3,9, смотри. Неплохо. Здесь еще и рынок живет, дышит. Ни хрена, 5,8. А что, инфляция какая-то, я не понимаю. А что случилось-то? Что так все подорожало? 4... Ну, 4,40. Ладно, пускай так будет. А, сусу сколько стоит? 5,80, нормально. Чаечек. Вот, чай подорожал. 6,9. Это что? Макарошки? 3,12. Все, все хорошо. Так, чекопики я хотел заказать. А, мне не хватает на чекопики. Давай одну купим в таком случае. Да. Покупаем одну. Угу. Выставляем. Такой медвежонок. Довольный очень. Все, открываем магазин. Ассортимент у нас, в принципе, нормальный. Единственное, что кофеек, кажется, кончился. Но кофеек дорогой. Сейчас в течение рабочего дня немного заработаем. Купим кофеек. Но у нас есть вода, сыр и яйца. Раньше не было. Ассортимент все-таки пополняется. Если они будут ныть, что кофейка нет, я за себя не ручаюсь. Не ручаюсь. Так, сыр взяла. Очень дешевый сыр, кстати. И посмотри на ценообразование. Сыр стоит, хотя нет, так же как макароны, но так же как вода. Вода дорогая. Вода дорогая, а сахарная пудра, ты посмотри. $6, в два раза дороже, чем яйца. Ну чай, понятно, $7. Чай, наверное, смотри, в банк какая железная, он красивый, хороший. Хлеб $4. Хлеб стоит дороже, не, так же, как яйца. Хотя, не, нормально. Так и должен стоить хлеб, в принципе. Так и должен. Вода дорогая. Так, чекопики, сыр, сыр. Хорошо, наличка, без сдачи. Молодец. Возьми с полки огурец. Вода, вода, карта. Так, 9,50. Продавца надо. Следующим шагом надо ставить продавца, но продавца можно поставить только с 10 уровня магазина. Я устал на кассе стоять, это уже утомительно. Уже ноги болят, ноги ноют. Покупатели один за одним. Никого спасу нет. Спасу, прикинь. Вот слово вспомнил. Ты ко мне? Вот ко мне. Площадь у какой оранжевый, апельсиновый какой. Приобретите новую секцию с помощью компьютера, чтобы расширить свой магазин. Новую секцию. Сейчас в менеджменте посмотрим, что это такое. Так, су-су-су-су, сыр, карта. $15 ровно, прекрасно. Ты что берешь? Макароны. Вода. Наличка. Сдача 86 центов. Забрал, ушел. Хлеб, хлеб, сыр, сыр. Бутерброды будешь делать, да? Горячие такие с сыром. Сколько стоит новая секция? Что это такое? Изучаем. Счета развития. Раздел 2. Купите этот участок, чтобы расширить супермаркет. Это вот это имеется в виду. За $350. Найм. Оформить заказ. А, мне 90 заказов нужно. Склад, персонализация, найм, развитие, счета, лицензии. Да, я, наверное, пока не буду расширять. Я хочу у кассира. Так, хлеб, вода, карта. А, карта, да. 6,80. Ты что берешь? Вода, яйца, денежки. 20. Ага, забирай. Чай. Два чая взяла. Я видел. Я видел. Еще чекопики прихватила. Карта. 19,60. А, кстати, а почему никто из них не берет пакет?
Не покупает. А, вот пакеты. Подожди, а почему я их бесплатно раздаю? Смотри, цена... Ну нет пакета. Так, что я там тебе должен? 8.92. Наличка. 40 центов. У меня пакет бесплатный, что ли? Так, мне интересно как-то. Так, чекопики, карта. 5.80. Макароны, макароны. Без дачи. Муа! Без дачи. Шестой уровень магазина. Шестой. А сколько опыта дают за одну покупку? Вот я прямо сейчас смотрю. Смотри, полоска полностью пустая. Два чекопика взяла. 11.6. И сколько дают? А я не понял. А что-то ничего не прибавилось на полоске. Она как была серая и ничего не изменилось. А как понимать? А как понимать, что там, как там? Персонализация, лицензии. Или здесь это не видно? Банк, кстати, можно взять кредит, да? Нет, кредит — это плохая история. Я думаю, мы как-нибудь без кредита справимся. Ого, тут лицензия. А, ну понятно, конечно, на пиво дорогая лицензия, еще бы. Хорошо. Масло, масло, карта. Без сдачи. А, нет, какой без сдачи? 8.80. Все, вижу, полосочка пошла, но очень медленно. Поначалу она быстро шла. До 10-го, да, до 10 уровня будет долго. Так, 10 центов взял. Свет включаем. Масло, масло. Без сдачи ушла. Так, надо пополнять ассортимент. У нас что кончилось? Кофе нет. Муки нет. Кофе нет, муки нет. Это точно заказываем. А, где кофе? Кофе. Мука. А что еще нет? Масла нет. Масла нет. Заказываем масло. Ага. Карта. Что там? $20. Так, вы там что, чекопики, яйца. 4.50. Ага. Вот это ты набрал. 22.30. Ага. Что там, молока? Молока, говорит, нет. Давай молока еще возьмем. Молоко. А чего еще нет? Молоко. Сырок можно... Нет, подожди, сырок нельзя. А куда я буду молоко-то запихивать? Вон вниз, наверное, да? И сыр весь разобрали. И сыр весь разобрали. Купить. Так, яйца, сыр. Деньги взял. $92. 70 центов. Есть. Сыр. Карта. Так сосредоточен, так сосредоточен. Это очень-очень важная, ответственная работа, вот это вот все. Кассирство. Я думал, это легко, а это нелегко. Сложно это. Так, мука, откуда сюда? Вот сюда мука. Так, обслуживаем. Суси, вода, яйца, наличка. 8. Да куда с такими купюрами-то вы ходите? Ты чё? Во, ничего набрал. Они вечером, смотри, вечером побольше покупают, потому что с работы идут домой, значит, да. Много набрал цифр. С работы идут домой, дома нифига похавать нет, и покупают. Чекопики, кстати, хотел взять. Давай вниз тогда. Я хотел рядышком, но получилось вниз. Сейчас мы тогда сразу все расставим, раз такое дело. Вниз, да, молочко? Ой! А можно сюда? Нельзя? Подожди. А можно как-то переместить? Вот, например, вот эту водичку. Никак не получится? Хорошо, тогда когда кончится, мы доставим молочко. Я надеюсь, оно не испортится. Надеюсь, не испортится. Кофеек.
Чё-то я нифига сколько всего набрал. Еще кофеек. Ага. Масло. А это что? Еще одно масло, да? Мне кажется, я что-то... Что-то забыл. Еще какой-то ассортимент должен быть. Чикапики, по-моему, да? Чикапиков нет. А все, рабочий день закончился. Все, рабочий день закончился. Отдыхаем. 18 довольных, 7 недовольных. Ну капец. Но зато заработали. Зато заработали. А сыр что он? Сыр подорожал, а паста подешевела. Сыр подорожал. Да, так и есть. 3,6. А паста подешевела. Но у меня ее все равно нету. Чикапики и паста нам нужна. Взял. Взял. Заказал. Моментально доставляют. Я не знаю, как они это делают. Мне, я клавишу, мне кажется, тыкнуть не успеваю. А коробки уже здесь. Причем никакого человека, который приносит товары, я не видел. Так, паста подешевела. Подешевела, да. Ой, так мне как-то неприятно. Когда продавал по 3 доллара, а надо по 2,5. Мне так не нравится. А, сусь, очень много сахарной пудры. Нахрена я столько ее покупал? Какого-то продукта нет. Смотри, одна полка пустая. Чай еще есть, кофе есть. Давай посмотрим. Хлеба нет, да? Да, хлеб весь разобрали. А что еще? Мука есть, хлеб есть, чикапики, масло, макароны, суси, сыр, вода, кофе, молоко, яйца. Все есть. Полный ассортимент. Отлично. И 63 доллара осталось. Так, давай еще один рабочий день проведем. И, наверное, на этом серию закончим. Так. А, открыть магазин же нужно. Как раз уже время, время, время. Все открыто, пацаны. Пацаны и не пацаны, и девчонки, и все заходим, и мальчики, и дедушки, и бабушки, все заходим в магазин, супермаркет у дома. Хороший магазин, цены приемлемые, продавцы улыбчивые, всегда все подскажут, расскажут, продадут, помогут. Вы продаете товар, не назначая на него цену. Что это, где? Чего? Все везде назначено. Мне говорят, что я продаю товар, не назначают все. Это вранье, это ложь, это неправда. Везде цена есть. Макароны, ага, молоко, суси. По карте 20 долларов 50 центов. Хорошо. Куда пошел? Я думал, он на выход пошел, своровал и пошел. Я уж думал, как его останавливать. Здесь вроде нет кнопки удара никакого, ничего. Я бы не смог его остановить. Охранника нет. Телефона нет. Позвонить куда-нибудь там. Алло, полиция, у меня украли. Так, что там? 38,70. Хорошо, набирают. Ассортимент должен быть полным. Тогда покупатели... Набирают всякого побольше. А мне, как владельцу магазина, это на руку. Это прибыль. Это денежка. Денежка. Так, 4. 8. Все, забирай свою денежку. Забирай сдачу. И иди домой. Радоваться покупочкам. Принесешь такая домой покупки, скажешь... Привет, а знаешь же, прибегут домочадцы, у меня сегодня день старческих слов, прибегут все домашние такие, а что купила, а там вкусняшки, а там они достают, а там молоко и хлеб. Всегда расстраивался в такие моменты. Так, без сдачи. Молоко, молоко, хлеб. Вот о чем я говорю, молоко, молоко, хлеб, засовываешь туда нос, думаешь, там пироженка, какая-нибудь мороженка, там молоко, молоко, хлеб. Ты такой, ну ё-моё. Вообще, зачем в магазин ходили, если молоко, молоко, хлеб? Так, 5,70, без сдачи, уходишь. 18 долларов 50 центов. Так, что ты там? Чай, масло, карта. 11,30.
Надо выставить. Смотри, у меня здесь водичка не довыставлена. Ой, молочишка. А куда? Подожди, я его выставлю. Вот сюда. Так оно не закончилось же. Там же еще есть, да, еще два. Вот, это я понимаю. Вот это я понимаю покупки. А до этого приходили, один сыр возьмут и уходят. Ага. Дальше. Дальше. Приобретите новую... Кстати, новую секцию, возможно, сможем приобрести. Или продавца. А, нет, продавца не можем. 10 уровень нужен. А вот новую секцию, $350, если я не ошибаюсь, там было написано. Два хлеба взял с полки, я увидел, я увидел. Так, деньги дал. Без сдачи, молодец. Уважаю. Руку бы пожал, но ты уже ушел. Кассы в аппарата. Все красиво. Нет, реально хороший магазин. Чистый, прилежный. Так, 25. 20. Есть. Мука. Ну что, ну мука. Так, 3 и 7. Масло взял. Ага. Нагнул. На... Так. Кофеек. Так. Оп, оп, оп. Деньги взял. 1.50. Пойдем молоко выставим. Куда? Пойдем молочишко, молочишко сюда. Хоп-хоп. Выкинем. Что? Ну оно портится. Оно здесь в углу стоит. Вы продаете товар, не назначая на него цену. Да на кого? О, молоко без цены! Так я в минус работал! Блин, а есть еще что-то без цены? Нет, все остальное с ценой. Они у меня молоко-то раскупили по себестоимости. Ну хотя бы не в минус, ладно, это не в минус, это по себестоимости отдал, считай. Считай, по себестоимости отдал, но зато, может, придут еще в магазин. Типа, у них молоко дешевое, придут, а оно уже не дешевое. 23.80. Ага. 19.40. Что не так? Ты, я неправильно написал. 19.40. Все, теперь правильно. А чего нет, говорит? Вода кончилась. Так, $12 без сдачи. Давай сразу закажем воду. Где она? Все. Все. Купить. Хорошо. Макарошки. Деньги. 50 центов. Забирай. Свет включил. Я все уже знаю в этой игре. Воду взял. А куда я буду ее? Вот сюда. Как раз полка освободилась. Ну, с водой ничего не будет. Вода и здесь стоит. Так, вставай давай. Ага. Ага. $8. Так, 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 так. Карта. 10.90. Ага. Что там такое? Без сдачи. Вот молока набрал. Молокохлеб. Молокохлеб. Что там тебе? 39 и 10 центов. Забирай. 8 вечера уже. 8 вечера. Поздненькое время. Поздний час. Хорошо, давай сразу подумаем, чего у меня нет. А вот водичку можем выставить. Угу. Водичку выставил. У меня кончились чикапики. Нет, да, чикапики надо заказывать. Чикапики заказываем. Одну штуку. Дальше. Да подождешь. А чаек кончился. Чаек берут, хорошо. А, чаек кончился. А, мука еще есть. Ну, сразу муку можно одну взять. Ага. Так, что там берешь? Тык-тык-тык-тык-тык. Деньги взял. 3.20. Ага, без сдачи. Спасибо, что без сдачи. Хлеб. Без сдачи. Без сдачи. Молоко кончилось. Молоко сразу. Угу. Яйца еще кончаются, но их ставить не... А, нет, есть куда ставить.
И сыра нет. Сыра нет. Яйца. А хлеб есть еще? Хлеб разобрали! Все, вот так. Заказываем. Закрыто в 9 вечера. Ну, слушай. Я думаю, на этом вам заканчивать. У нас неплохо. Неплохо поработали. Смотри, заработали $500, познакомились с функционалом магазина. Галю отмену не нашли. Ребят, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень скучать. Следующая серия выйдет достаточно скоро. Поэтому до следующей серии. Всем пока. Пока. Пока.